Всем здорово, с вами Вова, компания Electronic Россия. У нас сегодня на сравнение будет Electronic 2051 и Electronic 2053 Firebox 800. Одна из самых популярных акустических систем на апрель и начало мая месяца. Она уже куплена, едет она у нас в город Петровск для Александра Николаевича. Александр Николаевич, привет, как получше, обязательно отпишись. Также Александр заказал дополнительный микрофон. Это микрофон к электронику 2012, также 10-23. Он у нас уже не первый раз покупает акустическую систему. И дарим мы еще Bluetooth наушники от компании AV с аккумулятором повышенной емкости и Pop-It антистресс. Много спрашивают, и все чаще и чаще, что же лучше, 2051 или 2053. 2053 80 Вт, аккумулятор 12 ампер, 2 динамика по 10 дюймов. 2051. Аккумулятор 7 ампер, 2 динамика по 12 дюймов и тут корпусом ДФ, но один радиомикрофон. Сейчас на одном и том же треке послушаем 2053, 2051, отойдем на 10 метров, включим рок, а вы в комментарии напишите, что вам больше по звуку понравилось. Приступим. Я ее распаковал. В комплект поставки входит два радиомикрофона для караоке, пульт дистанционного управления, AUX-кабель, зарядное устройство от сети, инструкция на русском языке. И напоминаю, что 2053 ее еще можно зарядить от автомобиля от 12 вольт. Управление все сверху, 3D-подсветка, два динамика по 10 дюймов, аккумулятор 12 ампер. Это самый большой аккумулятор, который сейчас есть в акустических системах. Ну а теперь я предлагаю проверить радиомикрофоны. Их две штуки, 2053. Проверим синий. Раз, два, три, четыре, пять. Микрофон прекрасно работает. Проверим оранжевый радиомикрофон. Добавлю немного эхо. Раз, раз, два, три. А это я бас добавил. Это я добавил бас. Вот добавляю эхо. Раз, два, три, четыре, пять. Все прекрасно работает. А теперь я отключаю петличный микрофон. И начинаем тестировать. Начнем с 2051, а закончим 2053 на одном и том же треке. Погнали. Включаем 2051 от компании Electronic. Звучал у нас Electronic 2051, а теперь давайте подключим 2053 и послушаем на этом же треке.
друзья, вот отзвучали 2051 и 2053 акустические системы от компании Electronic. 2053 мы запаковываем, отправляем Александру в город Петровск вместе с подарками. Pop-It и Bluetooth наушники от компании Away. Напишите обязательно в комментариях, что вам больше понравилось по звуку, 2051 или 2053. Разница у них какая? 2053 динамики по 10 дюймов, 2 штуки, 2 радиомикрофона, аккумулятор 12 ампер, управление все сверху, мощность 80 ватт. Electronic 2051, 2 динамика по 12 дюймов, аккумулятор 7 ампер, корпус MDF. Управление все сверху, один радиомикрофон. Друзья, напомню, что Инстаграм заблокировали, Ютуб могут заблокировать, но у нас появился Рутуб. Кстати, появился он достаточно уже давно, но до сих пор там подписчиков всего 40 человек. Ребята, отсканируйте, подпишитесь, перейдите в описание, подпишитесь, там ссылка есть. Не находите ссылку, напишите, Володя, скинь ссылку на Рутуб, обязательно вам пришлю. Там все выходит в первую очередь. Жду ваши комментарии про эти модели 2053, 2051. На сегодня у меня все. С вами был Владимир. Пока-пока.